40 богатырей, все как на подбор. Уже через несколько дней эти молодые люди отправятся в российскую армию. Служить родине – дело почетное и достойное, говорит призывник Илья Римша. В институт поступил по просьбе родителей. Изначально сам хотел в армию. И вот теперь, имея на руках диплом о высшем образовании, мечта сбывается. На мой взгляд, каждый уважающий себя мужчина, патриот прежде всего, должен обязательно сходить в армию, потому что, получив какой-то определенный, наверное, базис, все равно нужно пережить все эти армейские будни, чтобы уже уметь, может быть, какие-то вещи, которые тебе пригодятся на гражданке. На военно-патриотическую акцию «Жить Родине, служить» пригласили и действующих военных, и новобранцев, и юношей призывного возраста. Многие из них посещают клубы, в которых их уже учат боевым искусствам, обращению с оружием и, конечно, одеваться, пока горит спичка. Я готов, я занимаюсь в клубе, который мне помогает, и я думаю, что я уже буду готов как-то к этому морально, физически. Каждый должен быть готов к этому, готов к армии, готов быть, готов защищать свою родину. Вот. И лишним это не будет. Новобранцев торжественно поздравили, вручили памятные подарки и пожелали доброго пути по дороге служения родине. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.